Я приветствую всех из Одессы. Сегодня у нас на календаре 10 августа 2023 года. Вот такое сегодня симпатичное море. Чистенькая водичка, видите, прекрасная. Можно сказать, пустые пляжи. Совсем мало людей лежит на пляже. Вот, но водичка, конечно, прекрасная. Там есть немножечко. С той стороны есть люди. Вот. Должны же со дня на день официально открыть пляжи. Не знаю, будет ли открытие, не будет. Ждем-с. Но море просто прекрасно. Смотрите, какая чистота. Здесь на этом пляже сеточка натянута. В море. Поэтому купаться можно безопасно. Сегодня волны на пляже.